Используй промокод FAR11, пополняешь на 500, получаешь 700. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы разоблачим мифы о том, что якобы дешевые кейсы не окупают. Многие люди говорили то, что дешевые кейсы, зачем их открывать, если они не окупят, лучше открывать дорогие. И сегодня мы покажем вам, точнее я вам покажу, постараюсь, или просто обосрусь, так сказать, и у меня ничего не получится, но давайте пробовать. Интересно, кстати, капсула. Это нельзя считать дешевым прям кейсом, но... Anyway, типа 200 рублей, и нам выпадает... чертова дюжина, которая стоит 90 рублей. Ладно. Переоболочка произошла, да, действительно, дешевые кейсы не окупают. Всем спасибо за просмотр, как говорится. Ну ладно. Давайте пробовать дальше. Неоновый кейс. 10 штучек. Бэмс, просто открываем. Что же нам выпадет из неонового? Ну, не очень. А, так мы окупили, слушайте, на 70 рублей, правда. Будем стараться. Так, смотрите, 40% к пополнению. Вводите промокод FIRE11, над моей вебкой висит прям. И вы получите 40% к пополнению. То есть, представляете, вы на 1000 рублей пополнили, получили 400 еще сверху. Это действительно шикарный бонус, ребятки. Тем более на таком сайте MyCSGO, где все честно и прозрачно. Так, я надеюсь, что этот выпуск не закончится скоро, потому что не хочется, знаете, получать... Ну, так сказать, пощечину от сайта, то, что я раз выпендрился, говорю то, что мы вам докажем, что поднимемся. Ну ладно, первый кейс был окупной, хорошо, давайте уйдем с этого кейса, потому что, ну, мне кажется, он не окупит неоновый. Давайте бомж, вот наш статус позволяет этот кейс открывать, потому что мы сами, ну, так сказать, сейчас стали бомжами. И дай боже, ребятки, чтобы сейчас прямо у нас был дикий окуп, и мы просто танцевали с вами тектоник. Хорошо, давай, пожалуйста, гипнотически там, скорпиончик, и вообще, ну, будем в шикардости. Хотя бы в два раза бы сегодня окупиться, это было бы, ну, уже неплохо, это было бы уже отлично, и я бы радостный бы плясал бы на улице танцы. Но пока что мы видим, что гадюка, пиксельный гадюка, ну, это окупной, да, 100%, 500 рублей, это хорошая сумма, неплохая, и пожалуйста, ну, плиз, бро, видишь, даже мы подсвечиваемся, ребятки, то, что мы окупаемся. Нет, вот это был плохой спин мега, и этот спин может повлиять на исход нашего выпуска. Это сильно меня пугает. О, 184 рубля, халяв, 900 рублей! Арктическая сетка стоит 500 рублей. Вот кто заплатит 500 рублей за такой скин? Сейчас вообще скины подорожали, что я в шоке. Ну, представьте, нож стилет, который стоил раньше 10 тысяч, сейчас стоит, ну, каких-то... бешеных цифр, допустим, 35 тысяч. Это ужас, ребятки, о котором, ну, невозможно даже молчать. Это ужас. Джекпот, давайте попытаем удачу, потому что раньше в джекпоте, мне выпадало океанское побережье, что достаточно, ну, хороший дроп, не сказать, что плохой, да? Билет в ад. Понял, намеки, в принципе, от сайта приняты, но в ад мы пока не хотим, мы хотим просто окупной кейс, чтобы мы окупились разок, и все, ушли на другие. Пожалуйста, ну не сливай, братух. Все что угодно, но не сливай. 800 рублей, все, уходим сразу. Как в крысу, поняли, два раза. Кстати, вот по ходу выпуски доказывают то, что, ну, дешевые кейсы, они вполне работоспособны. То есть, дорогие, да, вы там можете больше выбить, но на дешевых кейсах можно окупаться так же, как на... как на дорогих, правда, тут сумма будет значительно меньше. Допустим, на дорогих вы на 1000 рублей открыли, вам может выпасть там 20 тысяч, 30. А здесь максимум тут 4000, 17, да, в редких случаях, исключениях. Поэтому, ну, у кого какой бюджет, ребятки, это ничего страшного в этом нету. Так вот, насчет ценников скинов. Я думаю, ребятки, знаете, чтобы сейчас CS2 вышло... И первое время, да, дорого скины будут, дорого, а потом, когда CS2 выйдет, некоторые скины подешевеют, и, соответственно, рынок, ну, будет дешеветь. Я не верю, что, ну, из-за того, что там волны там будут красиво смотреться, они еще подорожат, кстати, окупной. Поэтому я жду момента, когда все станет дешевле. Очень сильно при этом жду, ребятки, очень. Ну... Пока что мы видим, что это минусовые штучки, и меня это сильно расстраивает, разочаровывает, так сказать. Кровь в воде выпала бы, вообще было бы шикарно. Так, ладно, давайте 10 кейсов откроем. У меня дофаминовый, как это называется, врыв, что хочется прям сразу все открыть, попытать удачу. И, возможно, сейчас, ну,
Лядненько. Это минусовое, да? Тут Франклин только из закупных. 700 рублей, это вообще минус. Это уже плюс-минус близко к окупу. Но мы пока вернули тот балик, который у нас был. И от этого становится только не по себе мне, ребятки. Потому что, смотрите, мы уже все слили. И как после этого верить справедливо? Мы вернулись к 800 рублей. Всем привет. КС-2. Давайте вот КС-2. Вот раз уж ты так дорого поставил ценники на кейс, давай мне нож. 21 тысяча. Раньше она вроде стоила, ну если не ошибаюсь, 1015-18. Ну сто. Нет. Нет, нет, нет. Все что угодно, но не так же. Все обидно сливать меня, друг. Пожалуйста, сайт, ну извини меня, хорошо, ты не окупишь меня сегодня, возможно, но извини. Все, я больше не буду говорить в начале выпуска то, что мы окупимся, изи выпендриваться, потому что я понимаю, что сайт это все слышит и хочет максимально нас всячески подпортить. Ну пожалуйста, пожалуйста, друг. Да, печальненько. Печальненько. Так, знаете... Хочется спеть трек SKAM, когда сайт меня заскамил чисто. Ну давай, братуха, ну окупи. Хоть раз в жизни, чтобы я прям довольно ушел с, вот этот, с выпуском. Потому что, ну, я сегодня на кон я поставил, соответственно. Обычно я говорю то, что мы слили, мы сольем, там все. Такие аффирмации произношу. А сегодня хочется прям, чтобы мы окупились так, что будет жесть лютая. Ну, 360 рублей. Ладно, уходим с этого кейса. Спрайт... Спрайт нас окупил, хорошо. А, нет, это минус. Кошмар, вот это кошмар, ребятки. Я даже не знаю, что мне открывать тут. Давайте хайпермайнинг просто. Ну, было бы неплохо, если бы, конечно, авик выпал, но... Вы сами понимаете, что шанс... Шанс не везде. Ну, минус. Еще. Минус. Ну, давай, пожалуйста, вот сейчас хотя бы, сейчас... Ну нет. Please, bro. Please. Ну это издевательство, я считаю. Это действительно, ну как издевательство выглядит. Ай. Ну, сказать, что я расстроен, ничего не сказать. То, что это очевидно, мне кажется, когда, ну, смотрите, насколько пустые спины. Они просто не дают шанса. Ну, сайт даже мне сейчас шанса не дает на камбэк. Просто говорит, все, дружок, ты довыпендривался. Я, конечно, извиняюсь, мой CSGO, но, пожалуйста, можно хотя бы один дроп, чтобы я, ну, хоть в плюс почувствовал, что я уйду? Столько пустых спинов, это тильт. Понятненько. 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 Ну, это издевательство. Я вам говорю, ну, столько пустых спинов я никогда не видел. И, собственно говоря, по-моему, это все. Это как будто бы концовка фильма, красивого аниме, знаете, где ты уже под тильтовые песни будешь идти, плакаться. Ну, а по-другому я не вижу никак, ну, всю эту ситуацию, да, как минимум. Как минимум, ну, скоростной зверь выпадает за 1800 рублей. Спасибо, спустя пол жизни. И я, наверное, ну, его оставлю. И всем спасибо за просмотр, не забудьте про промокод. Всем пока!